О, Павел Иванович, привет! Мой самый лучший в мире дед, я очень по тебе скучал. Все эти 39 лет, послушай, дед, послушай, дед, послушай, дед, я расскажу. Весной 82-го осталась бабушка одна. Она у нас тогда гостила. Ох, как она себя кляла. Зачем оставила я Павла? Зачем поверила ему? Была бы с ним, была бы рядом, не отдала бы никому. Послушай, дед, послушай, дед, послушай, дед, я расскажу. Да вот что, больше нет союза, распался как-то сам без нас. И вроде как освободились народы из-под гнета масс. Зато мы празднуем победу так лихо, словно мы с тобой из-под Оржева выбирались из окружения зимой. И без сомнений поднимались, шагали из окопов в бой. Вдвоем с одним ружьем бежали под пулемет со всех сторон. И ничего тут не попишешь, мы пишем, можем повторить. Мы пишем, 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 а нам пора любить. Любить. Послушай, дед, послушай, дед, послушай, дед, хотя постой. Дай мне обнять тебя, прижаться, дай подышать в твое плечо, за твои руки подержаться, за обожженную ладонь, передавай отцу и маме привет, объятья и поклон. Скажи, что внуки подрастают, скажи, все в целом хорошо. Сереге, бабушка, мы Витя, и всем, кто там сейчас с тобой. Мы помним, любим и скучаем, и не поделать ничего. Послушай, дед, послушай, дед, послушай, дед, я расскажу. Послушай, дед, послушай, дед, послушай, дед, послушай, дед.